Здравствуйте, товарищи! Нужно укрепить замок для дальнейшей борьбы. Первым делом постройте столовую, чтобы жителям хватало еды. Ну ладно, что делать? Мы должны торопиться. Ускорьте строительство. Такая возможность есть всегда. Отлично, теперь можно поселить замок спасенных из плена подданных. Чпок. 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 Теперь, когда жизнь в замке налажена, вам стоит вернуться, командованию войском милорд. Дональд Трамп прославленный. Карта. Сэр, мы идем по следу похитившего вашу невесту повелителя бездны. Вот как все серьезно-то. Шведы. Так. Олесь. Владислава. Так. Домой. В этой битве мы захватили сундук с ценностями. Сейчас он на складе. Посмотрите, что в нем. Что тут смотреть-то туда? Зачем? Не надо. Бух, бух, бух. Закрыть. Милорд, чтобы улучшить помещение замка, дальше. Улучшать. Нужно усовершенствовать тронный зал. Улучшить. Ура! Вы управляете замком великолепно. Я так и знал. Помните, ваши деяния всегда будут достойно вознаграждены. Да мы же не за этим, ну зачем, не надо было. Ну вот, я рассказал вам все, что знал о ведении хозяйства в замке. Дальше вы отлично справитесь сами. Ну ничего себе. А мы с Дональдом, прославленным Трампом, будем неподалеку и всегда поможем, если вдруг что-то там где-то пойдет. Так, удачи вам, милорд! Да ладно, можете называть меня вашество. Так. Коврик необходим для хранения еды, произведенной в вашей столовой. Введите ник Нейма. Ник Нейм. Бум-б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 ум. Они все время срываются с места. Ужас какой-то. Так.
необходим третий уровень тронного зала. Так, значит, так. Казна. Столовая. В данной комнате производится золото, необходимо для постройки и улучшения комнат. В данной комнате производится еда, необходимая для похода в бой. Улучшайте тронный зал, чтобы открывать. Для усиления тронного зала требуется, сказал второй уровень, два жителя с уровнем бойца 6 и более. Тренировка. Тренировка бойца. Перемещать пока не дают. Ну ладно, где это, что тренировка бойцов? Я. Так. Тренировка. Мне 1000 не хватает. Модные обновки. Так.
необходим пятый уровень тронного зала. Где же взять 10 000? Их можно взять вот здесь. Но мы за модными вещичками пошли. Вот здесь, наверное, денежку можно заработать. Пятый уровень тронного.
Дающие денежки. Ну ладно, еще поживем.